Вот что-то такое. Есть вероятность, что в середине следующей недели будет проходить атмосферный фронт. Возможно, какие-то дождички пройдут в отдельных районах. Ну и опять все тот же антициклон. То есть пришел к нам, по крайней мере, надолго. Ну, на полторы-две недели, ну, если считать уже вот с тем, что он уже установился, несколько дней стоит на территории области, ну вот еще недельку где-то простоит.